Святой отец, я согрешил. Давно не исповедовались, сын мой? 27 часов. Воистину малый срок. Вы не столь безнадежны. Для миллионов людей студия Capital Pictures – источник информации, хорошего настроения и развлечений. Они это получат. И начали. Целая армия операторов, актеров, профессионалов всех мастей, не покладая рук, трудится над главным фильмом года. Да здравствует Цезарь! Это масштабная постановка, в ней играет Берт Уитлок. Узрели бы истину, когда бы имели... Имели... Да. Веру. Веру! Веру. Стоп! Мистер Мэнкс. В чем дело? Режиссер потерял Берда Уитлока. Кто-то подсунул мне под дверь. Твоя звезда у нас. Готовь 100 тысяч долларов и жди указаний. Кто мы такие? Будущее. Привет, Берт. Здрасте, мистер Мэнникс. Лоренс, Тоби, спасибо, что пришли. Студии нужна ваша помощь. Берта Уитлока похитили. Скверно. Кошмар для всех кинозвезд. Прошли уже целые сутки, но мы продолжаем искать. Если пронюхают репортеры, все, нам конец. Это будет дорого стоить. Вот тут как раз твой выход. Мне нужны наличные. У вас, наверное, сильные предплечья. Тяжело все время жать на эту штуку. Такая у меня работа, мисс. Кто-нибудь объяснит, что здесь творится? 20 миллионов читателей жаждут правды. Конечно, да. Угу. Эдди? Настоящая античная трагедия. Мистер Мэнникс, прозвучит странно, но вам звонят из будущего. Господи! Хотите знать, что происходит? Да здравствует Цезарь! Фильм братьев Коэнов.